Сотрудники Люберецкой госавтоинспекции провели акцию ко дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Они собрались у памятного знака, установленного на территории отдела ГИБДД в ноябре 2018 года. Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Андрей Михайлов совершил литию по погибшим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. После литургии участники мероприятия возложили цветы к мемориальному камню. Также в память о погибших в дорожных авариях сотрудники ГИБДД каждый год высаживают дерево на аллее памяти. На территории обслуживания отдела ГИБДД МУМВД России Люберецкой количество дорожно-транспортных происшествий снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как и погибших, так и пострадавших. Призыв к жителям неукоснительное соблюдение правил дорожного движения и взаимовежливое отношение друг к другу на дороге.